Значит, сейчас был в парилке. Там два мужика. Одному почти 60, другому где-то почти 50. Тот, который помоложе, говорит. Да, говорит, все, конечно, зашибись в последнее время, но килограммы так и пристают к телу. Вот был в начале года 63, а сейчас уже 67, 68. Тяжеловато даже что-то ходить уже стало. Вроде ем немного. Ну да, бухаю, конечно, частенько, но, блин, не знаю, вот впервые такое, вот так, чтобы за полгода 5 килограмм набрал. А тот, которому 60 уже почти, говорит, да, понимаю. Ты, говорит, совсем спортом не занимаешься. Это вот представь себе, ну 5 килограмм-то, это все равно, что ты целый мешок риса до себе дополнительно носишь. Это тяжеловато, точно, понимаю тебя. И тут я вот подумал, что действительно, вот насколько различаются наши культуры. Например, я бы никогда 5 килограмм жира, 5 килограмм вот именно массы тела не представил бы себе как мешок риса. Я бы, наверное, представил себе его как кусок мяса, вот как в магазинах продается мясо, например, или сало. Я бы подумал, вот примерно столько я на себе еще ношу, там, да, килограмм. А японцы, они представляют себе именно рис, причем 5 килограмм, да? Забавная ситуация, что в Японии как раз рисы продаются, как правило, в мешках по 5 килограмм.